Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 452. Докажите равенство треугольников по двум углам и высоте проведенной из вершины третьего угла. Итак, возьмем два треугольника ABC и A1, B1, C1. И пусть в этих треугольниках запишем дано. Равны два угла. По два угла. Угол А равен углу А1. Угол С равен углу С1. Теперь проведем высоты из вершин третьих углов, то есть BH и B1H1. Запишем это. BH и B1H1 высоты. Так, и вот они равны, высоты BH равно B1, H1. И нам нужно доказать, что треугольник ABC равен треугольнику A1, B1, C1. Ну, давайте покажем равные углы на чертеже А и А1, и угол С и С1, и вот BH равно B1H1. Тогда первое. Рассмотрим два треугольника ABH и треугольник А1, B1, H1. Эти треугольники прямоугольные, потому что в них вот угол H прямой. BH, B1, H1 – это высоты по условию. И в этих треугольниках получается, что катет BH равен катету B1, H1. И угол А – это острый угол, который является противолежащим для этого катета. Таким образом, катет и противолежащий острый угол одного треугольника равен катету и противолежащему углу второго треугольника, значит, выполняется признак равенства прямоугольных треугольников. Треугольники равны, а следовательно, равны их гипотенузы АВ равно А1, Б1, а также равны катеты АH и А1, H1. Второе. Теперь мы рассмотрим два других, тоже прямоугольных треугольника BHC и треугольник B1, H1, C1. В этих треугольниках BH тоже катеты, и BH, B1, H1 тоже равные катеты. И углы С и С1 – это противолежащие углы для этих катетов. Значит, по тому же признаку, по катету и противолежащему углу треугольники равны, эти прямоугольные треугольники, и из равенства этих треугольников следует равенство. Гипотенуз BC равно B1, C1, а также катеты HC и H1, C1 тоже равны. А вот теперь мы рассмотрим сторону АС треугольника. Ее можно представить как сумму двух отрезков АH и HC. Так, и дальше отрезок АH, он равен отрезку А1, H1. Значит, можно заменить его А1. Так, и плюс HC равен H1, C1. Тоже можно заменить. Но сумма таких отрезков будет равна А1, С1. Значит, равны АС равно А1, С1. И четвертое. Вот теперь мы сравним наши треугольники ABC и треугольник А1, B1, С1. В первом пункте мы доказали, что АБ равно А1, Б1.
Во втором пункте мы доказали, что BC равно B1C1. И в третьем пункте мы доказали, что AC равно A1C1. Следовательно, три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам второго треугольника. Следовательно, по третьему признаку равенства треугольников треугольники равны, что и требовалось доказать. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.